Здравствуйте, с вами магазин установочный центр Фонткам на установке Opel Mokka в максимальной комплектации. Сюда установили магнитолу двухдиновую на андроиде. Желание клиента было установить магнитолу в нижнюю часть. Здесь изначально установлен сверху бортовой компьютер. Клиенту больше нравится, когда магнитола в нижней части стоит, поэтому верхняя часть она остается нерабочей, ее убираем, и далее клиент приобретет крышку, которая закроет, будет все аккуратно смотреться. И в нижнюю часть ставим магнитолу двухдиновую на платформе Android фирмы Canbox. В комплекте с магнитолой идет переходная рамочка, встает она аккуратно, и также Canbox адаптер. Клавиши на руле у нас здесь работают. Громкость, колесико, переключение вверх-вниз, режим без звука и поднять трубку. Также магнитола реагирует на включение габаритов для ближнего света. Включается боковая подсветка красного цвета. Сюда вместо оригинальной камеры поставили другую камеру с более высокими характеристиками. Включается она также при включении задней скорости. Поставили ее по центру. Край бампера виден, но картинка более качественная теперь. Линии разметки вы можете отрегулировать для себя. И также здесь отображается штатный партроник. Спереди, сзади. Все работает, проверяли. А также по коншине показывает информацию по климат-контролю. И есть пункт в главном меню. Это автомобиль. В него заходим. И здесь можете некоторыми функциями автомобиля управлять. Например, настройками кондиционера воздуха. Настройки можете сейчас на экране посмотреть. А также по коншине показывают информацию о температуре за бортом. Интернет на магнитолу на андроиде раздаем с помощью мобильного телефона, и также сюда можно установить сим-карту, и здесь же USB, жесткие диски, флешки подключаете. Интернет есть, поэтому заходите, например, Кинопоиск, сейчас первое включение у нас идет, и, например, смотрите любимые фильмы. Также Яндекс.Навигатор здесь уже предустановлен. Работает быстро. Фронткам. Сейчас найду. Тоже не работаем. Машину сдаем поздно. Так же, как на любом устройстве на Android, в Play Market заходите и скачивайте приложение, которое вам необходимо. Если остались вопросы, задавайте. Подскажем, подберем, установим. На работу даем гарантию. У магазина есть поддержка. В регион отправляем. Посылку при получении можете проверить и после этого платить. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах.